И всем привет, вы на канале Vidroid Gaming, меня зовут Александр, сегодня мы поиграем в Блицевич, будем опять фармить открыточки, но теперь пойдем по списку танков не слева направо, а справа налево. По прогрессу у меня получается ивентик сейчас вот на этой вот стадии, я много в него не играл, но тем не менее осталось мне всего лишь, а я считать не умею, 25 открыток, короче, да, вот снизу даже подсказочка есть, их можно в принципе сейчас прям купить за голду и все, но нет, мы наверное пострадаем. На этих танках, тем более сейчас у нас на очереди будут идти сначала мародерчик, а потом французики, а за них я край играть не люблю. Очень ужасные танки, да, они прям как будто творения сатаны какие-то. Все здоровые, неповоротливые, пробивные, короче, жесть. Давайте поехали, сначала съездим на мародере, тоже на нем играть совершенно не умею, но тем не менее поехали. И кажись, ко мне кто-то заехал, сейчас посмотрим, если будут в дверь долбиться, значит это ко мне. Надо с пацанами ехать, мне кажется. Что там по громкости нормально все? Ну ты что-то один поехал, с тобой неинтересно. Поехали с тяжами, будем перекрывать тяжей. Танчик прикольный, видел 1000 раз, как на нем нагибают. Но вот сам на нем ни разу не нагибал. Езжай, 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 езжай. После Авахи не могу адаптироваться, там джойстик немного по-другому себя ведет, все время я туплю. И также в Авахе после блица стою и не двигаюсь, хотя вроде жамкаю. Видать, они по размерам немного и по чувствительности разные. Че, куда их надо валить отсюда? Наши сливаются, ПТ-хи там стоят, тусят. Погнали. Вон, на пазика на 4-го отго. Попробуем закрутить. Уже точку захватывают. Ну, правильно, я оттуда свалил. Вообще нас четверо остались. Я вот тут езжу, и те вон стоят, сволочи. Сейчас кого-нибудь заберем, наверное. Минус один. Что-то потупил я немного. Прицел слишком низко был. Он по мне сейчас, да, смотрит по-любому. Нет, что он курит вообще там стоит? Отдыхает парень. Кайфует по кайфу, да? О, двадцаточка, хорошая цель. Особенно с таким уроном, да? И давай, ты в меня не попадешь. Не-не-не-не, стандартный развод такой, капец. Все-таки попал чуть-чуть. А тут вообще парень прикурил немного. Форсулечку надо нажать. Еее. Хейцеры. Очень злая ПТХ этот хейцер. Конечно. Круто крутится он. Надо на базу ехать. Хотя он меня в спину будет бить, зараза. И тому парню надо помогать. Еще мы в горочку едем. Такое положение невыгодное. Капец. Ну это слив по-любому. Потому что я не могу тащить на этом танке. Сейчас вот хейцер уже стоит. Он подумал, что я туда еду, что ли. Нет, смотрите, вот он, зараза, стоит. Hello. Танцует. Давайте. Как все банально, капец. Блин, я хотел ему гуслю сбить. Да ладно. Ну дай мне перезарядку, мужик. Ну камон, плиз. А, ты чё? Угораешь? Лол. А, мне уже в попу бьют. Он что, съехал, чтобы это? А может, ничью я 3 минуты запарюсь за ними гоняться. Точнее, от них убегать. Там кто? Хэви? КВХ 680. Я не смогу, пацаны. Это слишком жестко для меня. Что, один наверх поедет, один вниз? Ну, он вообще весь красный. Это нереально.
Вот этого еще заберем, так для галочки. Давайте попробуем. А, собака. А! Ну, это было жестко. Поехали. Смотрите, какой он урод. Это вообще это не танк, это смесь бульдога с носорогом какой-то. Причем даже крыши нету, кабрик, блин. А сзади патроны лежат. То есть стреляйте взад мне, пожалуйста, да? Так, куда бы спрятаться? Можно на ту горку залезть? Наверное. Я в ПТ-хах вообще не шарю. Там какие-то, смотрите, сумки. Мы почтальон, короче. Тут нет сумок, а тут вот сумочки висят. И отсюда пострелять, может быть, да? Мы ж ПТ. Крысимся и стреляем издалека. Ну, чё ты вперед не едешь? И вот я ни в кого не попадаю сейчас, да? Может, позиция какая-то стрёмная? Вообще как-то кос стою, блин. Го на горку залезем ещё повыше. Ну чё, ну дайте я в кого-нибудь попаду. Вот нафига эту гору поставили? Нафига эту гору поставили напротив этой? Чтобы по горе стрелять или что? Давайте посмотрим, куда в другое место можно поехать. Да вот никуда, блин. Подпустите их поближе, я по ним поработаю. Еее! Надамажил уже больше, наверное, чем на этом. На мародере вместе взятом. Давай, перезаряжайся. Не попал. Ну попал, но не попал. О, кандидат стоит. Огненный геймплей. О, меня спалили. Как так? Ты серый был, мужик. Я ушел. Видали, да? Паучье чутье. Теперь я заехать сюда не могу. Сволочь, ты сломал мне гору. Она теперь в обидке на мне. Ну, блин, надо как-то их добирать. Интересно, он мне... Да, видит уже. Собака выжил. Подлечим парня. Это мне сигналят или нет? Я не понимаю. В дверь постучитесь, пожалуйста. Я вас не слышу. Ну, тут слив. Ну, по крайней мере, на моей линии слив. Надо валить отсюда. Хотя, может, что-нибудь кого-нибудь убьем еще по пути. Нет, не убьем. Пацаны, тащите, у меня тут Mayday, Mayday. А, нас окружают, они повсюду, они на деревьях. А тут слив. Нет. А, о, я еще выжил, а вот сушка меня не простит уже, да? Нет, не надо по мне стрелять. Дайте я перезаряжусь. А-ха-ха, забрал еще одного. Ну, это, походу, победа, это заявочка на победу. 3-1. Надо было, наверное, отсюда просто свалить по-быстренькому, да? Через гаражи. Ну ладно, пофиг. Не на корову играем. А на мародере мы слились. Ну и фиг с ним, как говорится, да? Погнали на этом красавчике. Тоже красивый танк, пипец. Дом с трубой. Ну, это еще нормальная башня. Предыдущая башня, там сарай сверху еще стоит. Жесть вообще полный. Не знаю, чем я был мотивирован, когда брал эту ветку, но танки у них пипец уродские. Зато лопаты есть. И кирочки. Это, короче, танк Майнкрафтера. Это тоже красивый танк, пипец. Сараи ездят. А самое мне, знаете, что больше всего нравится на этом танке? Как он бортом поворачивает, смотрите. Можно засечь, это примерно где-то минуты две он будет оборот делать, да? Жесть. И вот... Самое фиговое в Авахе это то, что после нее в Блиц играть это вообще как, я не знаю, что. Slow motion. Ну, сейчас он меня пробьет. Ой, я пока разворачивался, я от него уехал. Прикольно. Я, короче, нажимаю на разворот, а получается, что он прямо едет. Топчик. Так, ты все стрельнул, да? Можно в тебя попробовать попасть. Ну, это, наверное... А, попал, нифига. Ну, пушка хорошая, пробивная. Вроде как.
Нет. Нет. Вот он, про геймплей. Ох ты, вышел еще один АМХ. Нет. АМХ меня хочет обойти, смотрите. Хитрый засранец. Нет. А, я танканул ИСа. Точнее, этого КВ. Прикол. А ты выйдешь погулять? Выйди погулять, пожалуйста, мужик. Спасибо. Счет 34-ка вышел. Блин, то ли сливаемся, то ли нет. А, ну, я, блин, участие в бою жалко не принимаю. Коцаю не тех. Надо ассистить. О, давай ты башкой развернулся. Ты молодец. Давай мы тебя сейчас на перехватик возьмем. Привет. Этот меня продамажил, собака. Блин, мы в плохом положении. Как им танковать вообще? Прямо стоять или что? Меня, по-моему, в пушку пробивают, да? Вот этот меня сейчас закрутит. А, я уже один остался. Ну, пацаны, это ГГ. Особенно вот тот дом едет на меня прям. GG, надо кого-нибудь... Бей слабых! Ну, сейчас у меня сваншотит просто. Чё, собака? Вот такое говно не так. Продолжаем наш цирк уродов. Следующий на очереди у нас БДСМ танк. Вот он. Тоже, блин, капец. Да ничего не могли дизайнера нормального нанять, что ли? Французики, вы как вы воевали вот на этом дне вообще? Жесть. Ну, сейчас у меня стоит топовый движок. И он такой более-менее шустрый стал. Но все равно шустрый. Лол. Да, километров 25 он едет в час. Почти что велосипед, короче. Да, и почему-то на тяжах я вот здесь вот вообще не могу стоять, вот куда я сейчас прицелом показываю. Меня там все время сливают. Я пытаюсь там что-то танцевать, фиговать, но не получается у меня. Поэтому я еду все время за СТшками вон туда вот и стреляю уже по горе. Ну, камон, мне так проще. А все орут, а, куда ты попер? Го, по тяжам. Я такой, я не тяж, я уродец. Я маленький, я большой ЛТшка. У меня просто кость широкая. Ну, сейчас в кустик встанем куда-нибудь. Про геймплей. Нет. Такое количество грунта мы не пробьем. И меня уже видно, да? Здорово, мародер! Че, как дела, как оно? Нормально, танканули. А ты не танканул. А, я так и знал, что сейчас будет больно. Говнарь. Hello. Штуги эти, пипец. Какие-то самые вообще ПТ-хи опасные. Это вот у этих вот засранцев немецких. Они сейчас на меня поедут. Блин, надо валить отсюда. Все, это слив, ребятки. Это слив. Нет, не надо ко мне ехать. Что делать? Как быть? Они все на меня смотрят. Я стесняюсь. Даже не пробил. Нет, расходнички тратить не буду. Это слив. Фак, 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 фак. Слив. Ура. Что-то пошло не так. Да блин, почему-то у меня как-то волнами идет временами. Этот блиц, то охота играть, то, блин, вот такие вот сливы сразу же какой-то негативчик дают. Ну, камон, смотрите, сколько раз мы слились подряд. Это не это, блин. Это не только сейчас, у меня все утро такое. Я с утра пытался поиграть, мне тоже, смотрите, поражение, 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 блин, капец. Ну, просто жесть какая-то. Вот. Так что я отвратительно играю. Давайте на елочке попробуем съехать. Тоже, короче, поставил ей новую движечку. Теперь она едет, представляете, елка едет, жесть. Не та порнография, что была на стоке. Но все равно, я пока ей не научился управлять. Ракую. Больше валю в хард цвет, короче, и сливаюсь. Ну, зато пацаны знают, где враги. Мы пригодились, е. Ну, го, пробнем. Что делаем, хард цвет? Свет хард. Ну ладно, попробую выжить, если что, в дворы сверну. Может, в кого-нибудь даже пульку попаду. Ирись.
Это не мы, да, его обнаружили. Фига они жесткие. Фига ты жесткий. Нет, не надо меня таранить. На тебя в ухо, братуха. Динамика хорошая у танка. Вот. А единственный танк с нормальной динамикой, наверное. Такой средненький танчик, либо тяжелый танчик в Armored Warfare примерно вот так вот едет. Жалко, пушки не поворачиваются. Как будто на МБТ-хе еду. Да, примерно такая же скорость на МБТ-хе, мне кажется. Километров 40, ну. Управление, правда, стрёмненькое у него. Он как-то по большой дуге заворачивает. Это мне не нравится. Как будто у него на руле, ну, точнее, как там, как механизм называется, ограничитель стоит, что он только чуть-чуть градусов поворачивает. Хотя, блин, почему? Гусеницы, можно же на месте прям крутиться. Должно было быть. Но я так не попаду никогда с этой пушкой, которая вперед только смотрит. Останавливаться еще нельзя. Круг разведения больше танка, камон. Ну это опять слив. Ну я тут, конечно, вообще ничего не сделал, но все равно. Еще в дом врезался, камон. О, как прекрасно. Я один только делаю что-то в катке. Хотя я ничего не делаю. Как так получается, что я ничего не делаю, но я один что-то делаю? Жесть. Гусеницу починить, я не знаю, на сломанных гусеницах как скорость. Сейчас чувак офигеет, смотрите. Ой, не попал, ладно. Ну, камон, звонят мне. Продолжаем. Скинул я звоночек, потом поговорю. Слишком потно. Бенц. О, нифига нам повезло. Я не договорил или договорил, не помню. А скорость влияет на... Точнее, сломанная гусеница влияет на скорость. Вот 44, едем вроде так же. Просто неохота ее в КД отправлять. Меня потеряли, нет? Не знаю. Еще проверим. Нет! Не стреляй по мне! Надо с теми разбираться. Ну все, я один остался. Это ГГ, ребятки. Я на этой елочке. А, вы видите, как я играю? Это жесть. Клей! Надо потом замазать будет, чтобы никто не спалил. Ладно, сделаем что-нибудь. Блин, тут потно, ребята, потно. Я потею, я весь вспотел. Давай, тащи, елка. Только не дохни. Надо как-то на рандоме ездить, да, чтобы не спалиться. Ну все, они начали захватывать базы, пошли в это. На! Езжай дальше, мужик. Нет! 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 Живи, мужик, живи! Нет! Я хочу жить! Что делать-то, блин, в этой ситуации? Я же их не затащу никак. Он меня видит, да? Ладно, бред вообще полный. Почему так происходит? Почему я так сливаюсь? Потому что я рак, наверное, да? Слились мы опять и опять и опять. Это начинает уже так угнетать меня немного. Пофиг на стату, просто сам факт того, что мы вроде бы играем уже, сколько, я не знаю, сколько мы играем, но толком открыток-то не насобирали, и это печально, блин, это... Сильно печально. И танчик этот тоже печальный. У меня вообще все танки печальные. Какой-то, блин, жесть.
Этот танк ничем не нравится. Он бронированный, но все равно его пробивают. Я не могу контролировать ситуацию. Я не знаю, как стоять на этом танке. Ромбиком стоишь, его пробивают. Прямо стоишь, его пробивают. Но рандомные пули все равно как-то ловишь и рикошеты. Короче, как ИС, только на минималочках. И пушка у него вообще не дамажная. Вот у него сколько сейчас дамаги? Давайте посмотрим. Вот у этого 114. Круто, да? Давайте посмотрим, сколько у меня. У меня, наверное, 70 или 90. Что-то... Не, ну 90 это норм. Вон, надамажил, смотрите, как круто. А что ты не... Вот что ты... Вот что он встал? Что он встал? Я не нажимал встать. 68, мать его. Мне надо сколько раз стрельнуть в этого засранца, чтобы он сдох? Да я столько в жизни, блин, не настреляю. Вот зато рикошет, смотрите, поймали. Вы вроде ромбиком стояли, да? Такой маленький тяж. Надо дамажить по 400, блин. Чтобы он, у него лицо выносилось. Ты так круто стоишь, мужик. Стой так дальше, пожалуйста. Су-зу-зу. Японцы прикольно разговаривают. Ты реально, мужик, ты уезжаешь от меня? На, собака, сейчас я тебя затараню. Все, я неостановим. Давай, тарантелла. Ух ты, фига мы разошлись, как в море корабли. Серьезно, мужик, я его окучивал 3 дня. Ну ты чё, мужик, ты чё? А глаз чешет, сорян, ребятки. Так, чё вон есть у нас? Голубцы. О, блин, прям дурачка запустил и попал. А он на меня едет, между прочим, это жесткий тип. Он меня пробьет. Надо от него валить. Надо как-то валить. Все, разрядился, надо ловить с той стороны. Но опять ситуация не в нашу пользу. Это немного бесит. Ой, все. Все, я сливаюсь, пацаны. Можно я сольюсь? Ну, тут нереально в такой ситуации что-то уже сделать. На мой взгляд. Конечно, мы будем биться как львы. Но, камон. С таким уроном, такое количество врагов, я буду 2 суток бить. Я думал, ты меня уже убьешь, мужик. Сухо, давай тащи нас к победе. Я тебя прикрою, мужик. Окей. А, камень, блин, я хотел с горочки съехать. Вырос камень. Читы какие-то пошли, да? Ну, этого тоже я засранца не побью. Если как-нибудь его объехать. Но вообще непробиваемый. Вообще непробиваемый. Как его пробивать? Он меня обгоняет задом! Это неправильно. Ну как его убивать? Не бесят такие ситуации. Может, рычок этот? Нифига вообще. Давай убивайся. О, жопик. Чё, сломала я ему гусеницу, нет? Сейчас сломаем. Наконец-то, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, там дядя еще один какой-то вылез. Блин! 6 дамаги нанес. Матильда, ну эту дуру я тоже никогда не пробью. Она хоть 4-го левела, в броне вся... Гусеница. Я бил по гусеницам, алё. Гусеница. Или что ты там увидел? А, это он ему, наверное, подсказывает. Да какие гусеницы? Тут вон их 2 стоят. Слив. Ну, хотя весело было, мне понравилось. Ну чё, ребятки, как вам? Нафармили уже кучу открыток, смотрите, да? Целый список танков прошли. Замечательно. Едем дальше. Пачаны сказали держать позиции, но я что-то не хочу. О, я же с другого танка на эту зарулил. Вроде как. Петеху. Ну, у Советского Союза красивые танчики, да, такие прям какие-то аутентичные все, приземистые, со скосиками. А та ебалда. Жесть. Вот это тоже мне не нравится. Смотрите, элемент управления какой.
Если мы прямо нажимаем налево, то он вот так вот заворачивает. А если чуть-чуть в другую сторону, то он уже вот так вот. И поэтому я немного туплю. Да. А там, а по этой стороне, смотрите, тяжи вообще не поехали. Они вон по той поехали. Это ж прикольно, да? Можно встать вот здесь вот и пострелять. В двоечка. Вот, господи, уже мужика. Конечно, ты на меня смотришь. Ой, я еще без этих. А что ты бросил меня, что ли, мужик? Или ты меня подпереть хотел? Ах ты засранец. Как вы думаете, целесообразно еще раз сюда высовываться? Или это все, или это кирдык? Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. На. А, тот-то сдох, мужик. Да хватит ко мне в жопу тыкать, чувак. Ну тут опять, смотрите, ну вот что сегодня за день такой? Сливы? Без куфига, мужик, ты подлетел, это как вообще так? А я еще и танкую, жесть. Окей. Летающий танк. Ну тут ГГ. Гусеницы повреждены. А тут даже без них ГГ. Жесть, что за день такой, а? Оп, недолго. Не... Мы уже дошли, короче, до ИСа. Да. Такой будет у нас сегодня марафон сливов. Сольемся на каждой технике по разу. Жесть. Поехали. И вот смотрите, какой парадокс. При всем моем, при всей моей ненависти к этому танку, мне он начинает нравиться, потому что ИС-3 еще убогие, чем этот ИС. Вот. Вот такой парадокс. То есть я его хейтил раньше, а теперь он мне нравится на фоне другого ИСа. Потому что тот ИС это просто жесть какая-то. О, смотрите, чувак на этом уроде едет. Ну, какой-то, смотрите, прокачанный весь в камуфляже. Он, наверное, сейчас тащить будет. Жестко. Причем он на 6-м левеле, мы 7-е все. А он 6-й, и он только рвется в бой. Фига он жесткий. Надо на него посмотреть будет потом в реплейчике. Как он там воюет, красавчик. Ой, здорово, мужик. Не, извиняй, не хочу я с тобой дружить. Пушка у него слабая. А у меня очень меткая. Ну, я не мог стоять дольше, он бы в меня стрельнул. Ну, капец, такое сведение, это вообще жесть. Ну, выйди, пожалуйста, на крыльцо, дам тебе в лицо. Ну, чуть-чуть шаг делаешь, все развелось сразу же. Там мужик такой, ой, все, хватит, не едь, а! А, мне еще этот... Да мне не дадут сегодня вообще ничего сделать. О, спасибо, мужик. Нет, не спасибо. И знаете, пока я не играю, мы тащим. Это прикольно, надо в АФК стоять. Оставьте мне. АРЛ такой, оставьте мне, пожалуйста. Пожалуйста, оставьте мне его. Сейчас я тебе оставлю, мужик. Сейчас оставлю, подожди, будьте людьми. Оставьте. Мне бы кто оставил, блин, я ни разу не стрельнул, по-моему, да? Сейчас у меня урон 0 будет, жесть. За ремонт больше денег отдам. Но зато мы выиграли открытку, как вам? Норм? Урон, блин, 0, взыскаешь. Так, едем дальше, КВ 1С. Сегодня у него был день рождения, я первый бой на нем сыграл, еще до обновления квестов. И у него было, короче, X5. Прикольно. Первый раз столкнулся с такой фигней. По-моему, я не видел еще такое, чтобы X5 было. X5 на деньги, на здоровье. Точнее, на, блин, как оно? На опыт. По идее, должны сейчас хорошо сыграть, потому что КВ-1С мне нравится. Вот это, наверное, единственный все-таки танк, который мне нравится. Почти одинаковые танки. Вау, круто. Разорвем их. Да, вот здесь вот все время тяжи тусят, и мне все время вот с этой стороны прилетают какие-то огромные плюхи, когда я на ИСе выезжаю. Прям залпом стреляют, и я их еще даже не вижу, а мне уже летят. И все, я дохну сразу же.
Всегда так. Ну, ладно, сейчас попробуем КВ1С. Ты что ли КВ1С? Ты что-то не похож. Ты какая-то старая машина. Ладно, давайте прорвемся. Мы на крутом танке. Мы готовы. Ура! Окей. В кого я стрелял, я не знаю, но... Будь так. Будь по-вашему, да? Блин, я думал, там дом. Красавчик, да? Стрельнул и уехал сразу же. Да где вы все-то, блин? Что делать? Стоять, вату катать? Тогда, может, выиграем? Так, ну этот стрельнулся, норм. Можно, в принципе, его... Так ты ж только что стрельнулся, мужик, так нечестно. Ты где-то читеришь. И вот, смотрите, 400 хипов мы сейчас ему не снимем столько. А, у него пушечка слабенькая, да? Ну как слабенькая, 200 бьет. Что? Да как ты так бьешь-то? Ты что, читер, что ли? Сколько у него выстрелов в обойме? Так же нельзя. Я пока перезаряжаюсь, он меня три раза стреляет. КВ вылез. А вот откуда он вылез, а? Что, в шапочку стреляешь мне, да, мужик? Да. Ну как, вам сыграли мы? По-моему, замечательно. Так, едем дальше, КВ-1. Бронированный танк. О, новогоднее приключение, это что? Это другое, да, что-то горит. Ну да, казалось бы, что я, 25 открыток, что ли, нафармил? Мне такими темпами лет 5 еще фармить их. Жесть. А как хорошо начинали, да, на мародере? Бэмс, бэмс, этого убили, этого застилили, этого застилили, и все. Все равно проиграли и начали проигрывать, жесть. Ладно, поедем вот сюда вот, на стандартное место танчиков наших. В смысле, жирных пацанов. Тяжа его, вспомнил. Сейчас тут будем ловить из-за угла выстрелы. Не знаю, как из этого угла этого. То, что вылазишь, они вроде там за горочкой где-то стоят. Очень невыгодное положение. Мне оно не нравится. Опа. Так вот. Копперфилд. Чего ты его мощный перезарядочку заюзал, да? А мы еще раз в тебя стрельнем. Все. Мужик, все говорю, завязывай. Ну куда ты поехал? Ну, там мы тебя увидим, нет. Вот невыгодное положение, вот эта вот горочка, он там прячется, все, ныкается, пыкает. Вот, сдох, нормально. Можно жить. Ну что? То он стрельнул или это в него стрельнули, я что-то не помню. О, все, мужик, ты разрядился, я заметил это, да. Давай, выезжай, пацаны, ну прикрывайте, чё вы стоите-то? Танцуй, чё-то как дебил. Чё, у тебя глисты там, что ли, или чё? О, чаечки, поехали. Печаль. Ну всё, пушим, давим, тарабаним. Захват базы идёт, чё? Вы же там толпой стоите, вы чего не захватываете-то? Пацаны красные, ну давайте берите, вы чё? Все, молодцы. Дезертир, смотрите, он драпает от нас. Гоним его с саной тряпкой. Сейчас, мужик. Он нас, короче, сейчас на круг обгонит, и мы его подстрелим, да? Ну хотя вроде бодро, смотрите. 30 км в час горки. Скорость. Смешно, смешно. Зато, смотрите, мы их слили. И вроде даже норм. О, какая веселая машинка едет. Сейчас она меня будет кровь сворачивать. А нет, смотрите. Сама свернулась. Че, вы там разберетесь, нет, или я доеду? Ехать можно мне, нет? Ай, не буду ехать, время только тратить. И кто его убил? В ухо на последней секунде. Дэнс. Норм.
И вот выиграл разочек, и настроение такое немного поднимается. Это хорошо. Мы что, два раза всего лишь попали, что ли, в противника? Или сколько у нас там урон был? Ладно, давайте на Т-34 еще съездим. Сколько время уже? 6 минут? Всего 6 минут пишем? Замечательно. Что-то там какие-то битва произошла какая-то в чатике. Я опять пока грузился, все пропустил интересное. Что, пацан, помочь тебе? Ты стрелял, я думал, ты застрял. Сорян. Ну ладно. Надеюсь, ты промахнулся не из-за меня. Ой-ой-ой, сколько вас тут, ребятки. Один вообще обошел нас уже. Бенц. Это супер броня. Вот смотрите, ощущение, что он прям слева от нас, этот танк. А он где-то сзади вообще пасется. То есть стрелочки тут так себе. Я ж как про хотел по каточку ему стрельнуть. Или надо было по заднему ему стрелять. Ой. Ты еще и танковать умеешь? А почему я не танкую на тебе? Да завязывай уже, мужик. Ну петехи слиться. Ох, сейчас я тебя сорью, мужик. Сейчас сорью. Потерпи. Малость, ес. Ой, а ты что тут? Я просто тут стоял, мужик. Я ничего не... У меня, короче, сейчас, подожди, у меня какой-то тут зверь пробрался ко мне. Что-то меня глючит уже, я думал, какая-то мышка ко мне на работу прокралась. Жескач. О, мы выиграли, представляете, сколько нам открыток осталось? Праздничный шкаф. Нет, это не то. Надо приключения. Ну-ка, давайте заглянем. 17 штук сейчас по фасту фарманем, да? Что-то, ребятки, я, короче, посмотрел, время уже дофига, надо еще немного поработать, поэтому это будет финальный бой, покатимся на нашем любимце, Иван Сосович III, прошу любить и жаловать, с имба-пушкой, с имба-мотором, все как надо, то есть вот он у меня, степень, блин, это не туда я нажал, степень его прокачки, то есть почти что нафармили на что-то там, я уже не помню, я просто глаза на него закрыл, у меня стоит стоковая пушка, которая... доступно сразу же. Я ничего не покупал, просто взял этот башню ему. И все. Такое дно. Сейчас будет еще эпичнее бой, чем те предыдущие все вместе взятые. Давайте еще нас к девяточкам киньте, пожалуйста, для полного эпика. Вот это я понимаю. Вот это сейчас будет мясо. Поехали. Еще карта такая, где не развернуться на этом пятачке, а все несутся туда именно. Жесть. О, как меня убивает эта динамика. Вообще, вот мы с горочки едем, 30 км, жесть. Мне еще народ такой говорит все время, друзья мои, типа, да что ты про эту динамику говоришь, это же тяжелый танк, покатайся на легких. Блин, да чуваки, я в Авахе на тяжелых только катаюсь. Я легких там вообще, наверное, даже это, вырулить не могу. Вот какую-нибудь там М8 представить, как она на меня летит все время на всех парах, это жесть. Ну, это просто, ну, даже не скорость, а вот эти вот все развороты, что он разворачивается 3 дня. Он реально так в жизни разворачивался, что ли, вот? Ну, это же гон. По-моему, блин, в War Thunder ЕСы лучше разворачиваются. Хотя, конечно, мобильную игру сравнивать, но все равно должны же быть характеристики приблизительно равны оригиналу. Я не говорю там бронирование, какое-то поведение в бою. Мужик, надеюсь, ты не за меня сдох, пока я разговаривал тут. Ну, мы за тебя отомстим. Не попал, мужик. В шапочку можно тебе попасть? Нельзя. Вот и все, смотрите, один выстрел. Я вроде даже за мужиком стоял, куда он мне попал? И вот он сейчас еще раз мне попадет, да? Ты следующий. Это кто? Этот мужик. Да я знаю, что я следующий. Я знаю, мужик. А я убегу. Я не следующий. Твое предсказание не верно. Я убегу. Побежали из. Это как в кошмарном сне. Знаете, вы бежите, а на самом деле вы на месте стоите.
Убегай! Убегай, Ис! Беги, ты можешь! Ты выживешь! Фига у тебя! Это что за пушка такая-то? Жесть какая-то! Чувак, у тебя там точно это комплексов? Хотя у меня такая же, по-моему, да? Почти что. Со стороны, наверное, прикольно смотрелось, как Икс такой вешает. Ой, лол, кек, чебурек. Объект 704, давайте мы его убьем. Да, убьем. Мы тут не выйдем отсюда вот просто. Сейчас будет изи фраг, потом сразу же на перезарядочку нажмем. Нет, он прям ко мне лицом стоит, смотрите, жесть. И как мне тебя убивать? И как вот ты в упор не попал, мужик? Ну, камон, ну это же неинтересно, блин. У тебя разброс, угол разброса такой был, что можно было в упор... Чувак, ты серьезно? Ты хочешь... Ты мне фору дал или что, мужик? Подожди. Стой, я хочу тебя... А-а-а. Это было приятно, мужик, спасибо. Я тебе лайкусик поставлю. Кто там остался? Лёва. Это у меня красава. Да я знаю, что я красава. Блин, я вообще четкий пацан. Как мне в него попасть-то так, а? Чтобы вот эти мне не поставили. А, они все-таки уже все, они с поста уехали. Можно танковать. Давайте, пацаны, затащим. Это последний бой, его надо затащить. Я не вижу, ты весь в кустах, мужик. Ладно, я тебя так взглядом убил. Мы молодцы, давайте тащим, тащим, тащим. Ис, не победим. На тебя, собака. Нет, не смотри на меня, мужик. Он на меня не смотрит. Вот это да, вот это... Все, мужик, ты уже в шоке. Ты уже в шоке, да? Давай! Нет, танканули. Жескач, но это потому что Ис. Вот это да, смотрите, вот это динамика, да? Чувствуете ее? Да, мы его убили просто... присутствием своим. Фу, ну, довольно-таки пьяный, что ли? Это он кому интересно сказал. Ну ладно, наверное, мне, потому что я как-то неадекватно себя веду. Фу, ладно, ребятки, спасибо за просмотр. Я пошел поработаю немножко, а то меня еще под Новый год сейчас выгонят с работки. Вот, мы две открыточки нафармили. Осталось мне нафармить 15 открыток. Я думаю, сегодня добью вечерком этого танчика. И на следующий видосик мы уже посмотрим, что он такой вообще, этот шмальтрум. Почему его на Новый год нам решили задарить за ивент. А так, еще раз, всем спасибо за просмотр. Всем пока, играйте в крутые игры. И не сливайтесь, как я. Ага.